Моя душа пустынный куб, здорованный из грани куба. Не говорит мне слишком круг, хоть я веду себя не грубо. И сквозь дыру моей души стекает ненависть и злоба. И быть не хочется в тиши, но быть придется. Я амеба. Я амеба. Пустынный мой пространный куб, что вырезан ножом из дуба, вдруг превращается он в клуб. Клубок большой, намотан грубо. Он размотаться норовит и выплеснуть наружу злобу. Но мой язык еще молчит, его ж ведь нету. Я амеба. Я амеба. Спасибо, такая зарисовочка, песенка. Спасибо огромное. Спасибо. Так, что у нас тут? Еще. Даня, будем меняться с тобой? А, так слушай, ёшкин ты кот. Давай, короче, ответь. Песенка под названием «Ответь». Лаврик подсвечает. Ты ведь пожар. Ты думаешь, музыка — это искусство или товар? Ты паника диких зверей в распале беды. Судишься круглые сутки, не заметишь о том, какие будут плоды. Как я могу быть любимым, ведь если я кретин? Что такое муза неудовлетворенность? Или же по первому желанию интим? Но все же, что же такое искусство? Ты мне ответь, это возможность самовыражаться или живи. Ты мне ответь. Что же такое собой? Где же она? Собой родить, убить, уметь, сделать из мухи слона. Но сколько, черт возьми, чертежи аварийного выхода. В этой школе нет ни одного окна. Не вижу, но чувствую и искренность во многих из нас. Наигранность притаилась в косточках яблока глаз. Что стоит дружба, если деньги твой друг? А если ты сам себе друг, тогда замыкается круг. Come on.
И теперь мы поменяемся инструментом. Данька споет, а я заиграю. Даня, давай! Давай! Держи микрофончик. Квадратная голова. Не пали контору, Юрка.